Не лезет в эту перестрелку, дождается помощи тиммейта, УСИ, ну вот это Саша Симпл. Продолжает играть очень аккуратно опорники, Симпл минус нит. Дым на бомбу, красный уже остается на флай, попытка выхода Шакса, ну походу соляры. Соляры подливает Александр Костылев, сколько минус? Квадро! Там точно квадро, да. Костылев, вот и фраг, половина раскидки отрезана, успели убить дефьюзящего. И теперь Шокс просто пытается отчаянно выиграть раунд Эфа и на морозе. Смоук, прострел немного не туда, летят. Шокс все еще минирует бомбу, но все-таки это раунд для команды Нави. 7-4. Этим товарищам вопросы возникают редко. Ну вот и он, первый фраг для Нитро должен быть. Сюда же и второй, третьего. Не забирает, но, по крайней мере, начал неплохо. А вот это переворот. Что творится? Ой, хаешка не туда. Ой, хаешка не туда, проверяется позиция перфекта, по-прежнему 1-1 против бита, бит даже к бомбе подобраться не дает. Массовый врыв, которого бит не ожидал, отличное начало для Ликвид. Хорошо, нашивается, и перфект под перекрестный огонь работает, 3 в 3 теперь оказались, Симпа уже за углом, Симпа могут не допроверить, вот и Костылев нашивает по первому, второго забирает тоже, и теперь только лишь соло, и то ненадолго, Симпа. Две пистолетки оформляют для своей команды. Да? Ну, конечно, не против пистолетов потенциально, но дальше будет жара. Снова Симпл. Ну, Костылев. Вот тебе серьезный оппонент, и здесь не все так просто. Вот Нитро! Серьезный Нитро! Сюда! Выполнил свой экономический вокруг центра. Расставились. Вышел просто в дым на морозе, и лишь добрый вечер. Две. Убийственная парочка. Ранбуст. Элик должен убивать. Ну, вот как раз-таки Элик и Бит по-прежнему жив. Забрал Шакса, Нитро третий минус оформляет, но ситуация 2 в 2. Электроник. Ох, прыг как по жестко! Все, все, говорят Нави, хватит, ребята. Поиграли полкарты, нечего вам под Б-плентом здесь делать. Рожденных побеждать. Есть ковбой в составе, это Бумыч. Есть первый минус, падает Элиш. Неплохо попадает еще и по Шаксу Бумыч. Вот так вот. Ты что творишь? Ах, заметить бы еще на позицию. Перфектно прикрыл Бумыч! Распитлял. Или это отсутствие гранат. Хорошо задергал снайпера. Понимает, где находится второй. Ну, два красных. Перфекто. А что там по китам? А я просто даже не буду ничего говорить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По трансляции пока что у нас проблемки. Ответные возникают у Нави. И все же Валера готов это исправлять. На месте железобетонной ничего не пытается меняет. Действовать Кони, Шокс. Важный минус, забрал бита. Ну, патроник должен включаться. Есть два минуса, хороший спрей. Как он мансит, как он мансит! А там тиммейт Симпл поставляет. Вот это дела. И все. Рожденные побеждать. Вот вам и карта Ancient. И хоть я все еще стою на своем о том, что ну не по счету игра, да, в этой ситуации. Слишком много было этих близких моментов. Ну и, кстати, у них с этим элементом неплохо получалось. Бит электроник. Но тут пока что папатроник Солянова справляется. Бит с подключением. Забрал у Си Элиджа. Нитро последний, 1 в 2. Си на карте. Ну, знаешь, мы не видели каких-то шквальных выходов с хорошей раскидкой. И таковые есть на аплент, на базу Б, дракап. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Драка на пончике и пока что без шансов. На флай последний. Разменялись только в симпа и... Похоже на то, действительно. Небольшой повтор. Вот она флешка, которая вообще не сработала на симпу. Элик подошел попозже. Левная Элидж Нитро. Симпл Бумыч погибает. Хотелось вернуть себе калаш под контроль, но потеряли весь раунд по итогу. Шакса, Шокс. Пока что пытается отморозиться, и у него это получается. Врасплох застал же симпла. Забривает еще и бита, ну... Пошел в дым караулить. Зря, наверное. Но и теперь 1-1 для бита. Бит! С диглом, правда? Пробегай, пошел сюда, говорит! Иди, мальчик мой! Научу тебя в этот Counter-Strike играть! Коктейль Молотова. Трамплай, открытие! Вот это сейчас началась эта аркада! Какая жесткая под В. Слушай, а Нави-то затопчет здесь, походу. Для Кострева далеко не самое лучшее. Коктейль Молотова, и в ту же секунду Элидж открывается. Бит последний, 1-4. Ну, сегодня... В определенном смысле тоже звучит неплохо. Но все же не в матче за выживание. Не в матче за выживание, да, я с тобой, пожалуй, соглашусь. Так, но... а что творит Элиш? Квадрокилл в его исполнении, Дигл достал, пытался сделать очередной эйс, но... Такое тяжело прочитать, конечно, что прям двое стоят на рифлах. Полетел через дым, на уверенном, Элик. Да, фраг, второго спалил, кстати, неплохо. Но она все еще живет, и дальше через дым. Остальные игроки Нави не слишком хотят нестись. Это уже трипла. Так, на флай. Комедия, как говорится. Закрывают Нави еще и смоком игрока команды Liquid. Шокс обречен. Поздравляем, друзья! Команда Нави